комплекс тоже мне нравится. Закрытая территория, он большой, капец. Тут можно только по этому комплексу, наверное, ездить минут 40, его весь объезжать. И тут дома очень хорошие. Не знаю, от 10, наверное, миллионов и выше. Тут есть прям дворцы целые. Тут как будто строят домик. Так, нам налево. Там долина Гранд Эйв. И домики, вот они там на холмах. И здесь внизу по бокам. Вот типа таких с колоннами. Миллионов, наверное, 15-20. По нынешним ценам должны быть. Ну вот, правда, тут ни тротуаров вообще нифига. Но с другой стороны, там территории у них в домах, там, наверное, все есть. И бассейны, и площадки для спорта, для детей детские площадки. В общем-то, все на свете. Ну, тут даже автобус ходит, остановка есть. А вообще там ниже есть тоже у них, как типа парковая зона, зона отдыха. Но вот так вот, чтобы единственный косяк, там долина открывается. Единственный косяк только, да, нету нормальных тротуаров. Но это во всей Америке. Во всей Америке для пешеходов ничего не создано практически. Все для автомобилистов. Пожалуйста, покупай машину. Особенно здесь, в Калифорнии. Если бы без машины, я вообще не знаю, как бы я себя чувствовал. Вот домик хороший тоже. Ну и тут, конечно, да, все подстрижено, травинка к травинке. Сейчас уже на выезд. Тут будка с охраной, 3 или 4 заезда получается сюда. Так, нам направо. Нам направо. Здесь вот тоже как парковая зона, вот напротив. Туда дальше проезжаешь, там смотровая площадка и хайкинговые маршруты. Я как-то скидывал тоже в группу. И все, и туда уже на Чино Хиллз полетели мы сейчас через долину небольшую. И вот где сопки начинаются. Там же Чино Хиллз. А тут, получается, где мы были, это Diamond Bar. Ну, можно сказать, одно и то же все. Так что, вот так вот.